Также изложено во второй главе книги пророка Агея, стихи с 10 по 19. And again, this prophecy is dated. It's in the ninth month. И опять-таки указана точная дата, когда это пророчество было изречено, 24-й день 9-го месяца. Two months after the second prophecy. И как мы можем наблюдать, два месяца спустя после предыдущего пророчества. And the Lord speaks to Haggai. Господь обращается к Агею. And he asks him for a ruling about how spiritual matters work. Verses 11 to 13. И в 12-14 стихах он говорит о том, как будут совершаться, как бы как будет реализоваться духовный аспект. So if you'll read 11-13. Так говорит Господь Саваоф, спроси священников о законе и скажи, если бы кто нес освященное мясо в поле одежды своей и полою своей коснулся хлеба, или чего-либо вареного, или вина, или елея, или какой-нибудь пищи, сделается ли это священным? И отвечали священники и сказали нет. Потом сказал Агей, а если прикоснется ко всему этому кто-либо, осквернившись от прикосновения к мертвецу, сделается ли это нечистым? И отвечали священники и сказали, будет нечистым. Was that 11 or 13? Mm-hmm. Okay. Now we know that this is true even from our own ordinary lives. Мы знаем, что это справедливо даже в нашей повседневной жизни. If you have something clean and touch it with something dirty, the dirty thing doesn't get clean. Если одна рука у нас грязная, другая чистая, если мы коснемся чистой рукой грязной, то и вторая рука загрязнится, правильно? And the point is that impurity is more easily transmitted than purity. И мысль такая, что загрязниться всегда легче, чем очиститься. And the point spiritually is духовной точки зрения. В 14 стихе мы читаем, как это можно понимать с духовной точки зрения. Тогда отвечал Агей и сказал, таков этот народ, таково это племя предо мною, говорит Господь, и таковы все дела рук их, и что они приносят там, все нечисто. The reason that God had not been able to bless any of their efforts in the past? Почему Бог не мог благословить усилий народа своего в прошлом? Is because their hands were dirty. Потому что у них были нечистые руки. They were ceremonially unclean. Ритуально чисты. They were sinful. Ceremonially unclean. Yes. Ритуально нечисты, на них был грех. But now that they have started to build, но теперь, когда они стали строить храм, which demonstrates that their hearts are in the right place, что означает, что у них правильное отношение сердца. From this point on, с этого момента и далее, God will bless the work of their hands. Будет благословлять Бог дело рук их. And that is the thought of verses 15 through 19. Из 15 по 19 стихи как раз эту мысль мы с вами и читаем. Теперь обратите сердце ваше на время от сегодня и назад, когда еще не был положен камень на камень в храме Господнем. Приходили, бывало, к копне могущей приносить 20 мер, и оказывалось только 10. Приходили к подточилю, чтобы начерпать 50 мер из подточили, оказывалось только 20. Поражал я вас ржавчиной, и блеклостью хлеба, и градом все труды рук ваших. Но вы не обращались ко мне, говорит Господь. Обратите же сердце ваше на время от сегодня и назад, от 24 дня 9 месяца, от того дня, когда основан был храм Господень. Обратите сердце ваше. Есть ли еще в житницах семена? Доселе не виноградная лоза, не смоковница, ни гранатовое дерево, ни маслина не давали плода, а от сегодня я благословлю их. The prophecies of this book take place over a very short period of time. Пророчества этой книги имеют место в рамках короткого промежутка времени. The first in the sixth month, second in the seventh, third in the ninth month. Смотрите, первое пророчество в шестой месяц, второе в седьмой месяц, третье в девятый месяц. A lot of things are happening really fast. Динамика событий достаточно высока. And the situation at the beginning of the book is there's catastrophe, calamity. Обстановка, ситуация в начале книги просто катастрофична, самое настоящее бедствие. But they have so quickly turned things around and are starting to obey God and building the temple. Но люди настолько быстро изменили свое отношение, обратили свое сердце к Богу, стали восстанавливать храм. And God has immediately turned around and started to bless them. И Бог тут же стал благословлять свой народ. To their disobedience brought calamity, their obedience brings immediate blessing.
Ну и получается вот тот принцип, о котором мы говорили. Непослушание вызвало беды и страдания, а послушание принесло с собой благословение. Now we have one more prophecy in this book. А в этой книге содержится еще одно пророчество. And this one took place on the same day as the third. И это пророчество было изречено в тот же день, что и третье. И было слово Господне к Агею вторично, 24-й день месяца, и сказано: «Скажи Зарававелю, правителю Иудеи, потрясу я небо и землю, и не спровергну престолы царства, истреблю силу царств языческих, опрокину колесницы, сидящих на них, и низринуты будут кони и всадники их, один мечом другого. В тот день, говорит Господь Саваоф, я возьму тебя, Зарававель, сын Салафаилев, раб мой, говорит Господь, и буду держать тебя как печать, ибо я избрал тебя, говорит Господь Саваоф». This is a message about the coming Messiah. Это послание о грядущем Мессии. The prophecy is given to Zerubbabel. Пророчество дано Зарававелю. And not to Joshua the high priest and not to the обращено remnant. Обращено не Иисусу первосвященнику и не остатку. And in this last vision, last prophecy, the end times are in view. И в этом последнем видении, в этом последнем пророчестве пророк говорит о последних днях. When there is the statement that Zerubbabel will have a signet ring on his finger. Where is it? Verse 23. Когда утверждается, что so that he will make Zerubbabel like a signet ring. Yes. I think it's like a seal, no? Or yes, is it a ring? It is a seal. Что Зарававель yes. будет, и он говорит, значит, я возьму тебя, Зарававель, и буду держать тебя как печать. This is a message that I believe is just to encourage Zerubbabel, the governor. Мне кажется, что с помощью этого послания Бог хочет ободрить Зарававеля как лидера, and it may be, как правителя. That what the prophet is doing is saying, you will be, in fact, in the line of the Messiah. И, возможно, через эти слова пророк, Бог через пророка говорит, что ты будешь в родословии Мессии. And as we mentioned earlier, you look at the genealogy in the book of Matthew. И если мы с вами рассмотрим это родословие, которое записано в Евангелии от Матфея, и мы раньше уже об этом с вами говорили на уроке. And there you trace from Zerubbabel right to Jesus. И будем читать, то увидим, что этот род идет, начинается там, да, с чего-то, потом доходит до Зарававеля и заканчивается Иисусом Христом. And this faithful governor is in the line of Christ. Итак, вот этот верный правитель как раз и входит вот в это родословие. So four brief messages. Итак, четыре кратких послания. All designed to encourage the people of God. Все нацелены на то, чтобы ободрить народ Божий. Any questions on the book of Haggai? Вопросы по книге Агея есть? Mm-hmm. А как так точно можно знать, что она была написана в 520 году до нашей эры? How was it determined that the book was written in 520 BC? 520. Because that is, we do know that is the second year of Darius's reign. В первой главе написано, что она была написана во второй год царя Дария. It's a great question. Вопрос хороший. Ну, а хорошо, а другие книги, в которых нету дат, насколько вот достоверно их датирование? Uh-huh. And the rest of the books that we studied, they don't contain any information about when they were written. How trustworthy the information about their dating is? A lot of that is based on Jewish tradition. Многое здесь основано на еврейской традиции. And then some of it is based on specific historical references that the prophets make in their books. А с другой стороны, при установлении вот этих дат исходили из исторических событий, которые описаны в книге каждого из пророков. So, for instance, when we say Например, that Zephaniah was written in 625 BC. Мы говорим, что книга пророка Сафонии была написана в 625 году до нашей эры. To be honest, what we mean is we think that it was written within a few years of 625 BC. Честно говоря, если положить руку на сердце, то мы можем эту дату сказать только очень приблизительно. То есть в какое-то время около 625 года. But it's helpful when we do have something like Haggai who actually dates his prophecies. Поэтому очень нам облегчает жизнь, когда такие пророки, как Агей, пишут, указывают дату, когда они
And I almost forgot. Изрекают свое пророчество. Я практически забыл. So many of the ancient prophets, like Amos. Почти забыл. Очень многие древние пророки, такие как Амос, часто указывали во времена царствования какого царя они писали. And we can certainly go back and see what year a certain king was reigning. So then we have a range of dates for even Amos and Micah. И тогда исторические рамки определения даты написания пророчества пророком сужаются. То есть мы можем посмотреть, сколько правил этот царь, в какие он сроки правил, вот, соотнести это каким-то образом с пророчеством и более или менее точно определить дату этого пророчества. ТВ-семинары – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.